Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится очень страшный сиреноголовый. Все, Вован, он точно мертв. Е, теперь у меня тоже есть пушка, погнали, бро. Надо выбраться из этой тюряги или чьи-то лаборатории. Это какая-то лаборатория вообще секретная. В общем, ребят, всем здорово, с вами Овер и Гарвин, и добро пожаловать, короче, в секретную лабораторию SCP-фонда. Всем здорово, как погода, ребята, и сегодня мы будем выбираться отсюда. Да, в общем, ребят, мы решили с Вованом сбежать, потому что злые ученые делали над нами различные опасные эксперименты, охранники нас терроризировали, и вот мы можем сейчас сбежать. Вырубим его. Давай, Вован, так смотри. Пофиг, давай прям в голову, Вованчик! Давай, на! Так, аккуратно, самое главное, чтобы тревогу не подняли. Тихо-тихо-тихо. Надо по стелсу идти, Дима, слышишь? Так, тут никого. Я, правда, не запомнил, куда выходить, Вован, ты помнишь, какие тут выходы? Я просто в любую дверь первый попавшуюся. Давай. Опа! На! Слева-справа, никого больше! Фух. Вроде никого больше. Давай ускоримся. Аккуратненько. Тревогу поднимут, если мы Опа, Вован, этого еще! Нифига себе, красава! Так, вроде как тихо. Идем дальше. Он за стеклом бронированным, Вованчик, ё-моё, быстрее. Вот еще один. Еще этого, давай. Опа, смотри. Пробегаем. Короче, ребят, мы должны просто выбраться отсюда. Это наш единственный шанс. Просто капец. Тут еще каких-то монстров они приводят в эту лабораторию. И с ними делают какие-то эксперименты. Вон, Вован, выход. Побежали быстрее. Побежали, вот он. Давай. Все, бежим. Скорее. Выбираемся, братанчик. Выпрыгивай, Вован, выбегай! Быстрей! Ема, сколько охраны, слышишь? Ё-моё, давай, Вованчик, попробуем отбиться, куда они бегут! Я не знаю. Нас окружают, братан! Походу, Димас, надо как-то срочно смотри, быстрее! Давай, беги, выводи меня, Вован, мы должны сбежать отсюда! Давай, нам нужно на какую-нибудь вышку! Вовчик, я впервые на улице здесь, я даже не знал, тут прям как настоящая тюрьма, короче. Да, тут мы вообще-то попали в тюрьму не просто так, блин. Вообще, мы обычно в лаборатории, ребят, представляете, всякие пробирки, в нас там уколы делали, блин, капец, и все такое. Я вон вообще вырос, был дрящом каким вообще. Комбикормом Вована откормили, блин, теперь здоровый стал, бройлер такой. Ой-ой-ой, капец, короче, Димас, надо запрыгнуть на какую-нибудь вышку. Давай, и вот, свалить оттуда. Прямо, смотри, видишь? Я предлагаю тебе, знаешь, по лестнице подняться и там уже как-нибудь выпрыгнуть отсюда. Вон, давай. Все, валим. Поднимайся. Бежим, Вованчик. Так, вижу вышку. Так. Я бегу, я за тобой, Вован. Погнали. Давай. Копы везде. Только придется сделать прыжок веры. Знаешь, что такое? Да, давай, братанчик. Погнали быстрее. Сбегаем, бро! Это еще фигня, погнали на следующую вышку, погнали быстрее. Подними меня, братан, мне больно. Давай. Опа, миньоны приехали. Ух ты, блин! Так, погнали. Быстрее открываем проход. Ой, это крысы. Ой. Бежим, Дима, бежим. Давай. Наверх. Так, срочно. Ё-моё. Сейчас будем прыгать, друзья. Вот это, представляете, секретная лаборатория посреди города вообще. Димас, ты готов это сделать? Я готов, братан. Сердце замирает от страха. Фух, от ну что, давай, раз, братан, три, помолимся. Погнали! Димас, ты как... Бежим! Все, побежали, адреналинчик, братан! Адреналинчик! Сваливаем! Погнали, на трассу тачку стырим, слышишь? Фух, давай! В общем, ребят, короче, уже стемнело. Нашли мы тачку, у какого-то мажорчика отжали BMW. Дуре, блин, ха, лох был. Просто же скачет. Теперь едем, короче, ребят, у нас есть такой тайный домик, в котором мы хотим переждать, переодеться там уже и потихонечку, друзья, посидеть, чтобы менты уже за нами не поехали. И тем более, друзья, чтобы за нами не поехали эти злые ученые из страшной лаборатории. Так, все, Вован, аккуратно, всё, короче, едем. Подъезжаем, да, фары выключу, чтобы никто не увидел нас, слышишь? Да. Так, аккуратно заезжаем, братанчик. Местечко есть прекрасное, да? О, смотри, там вон наши уже что-то отмечают, блин, ну не пались, ладно. Кайфуем, пацаны. Так, смотри. Тут ставь, наверное. Давай. Да. Тут, наверное, ставь, братанчик. Ё-моё, пойдем в наше местечко, слышишь? Так, сейчас мы вам покажем, ребят, смотрите. Ё-моё, красота здесь какая, слышишь? Вот он какой, наш тайный гараж, ребят. Слышь, что здесь за штуки хранятся? Вован, а кто тут засрал, блин, пока нас не было? Что-то нам мусорили. Надо спросить, блин. Я сейчас пойду у них спрошу, блин. Спросим, слышь, в натуре интересно. Так, может, они знают, блин? Так, пацаны, вы в курсе? Эй! Так чего, вы знаете? Короче, Вован, они не знают, блин. Ладно, по... О, там Сара сидит. Сара, здорово. Здорово. Кто в наш гараж заходил? Гараж кто у нас был и там по... О, что это такое?
Не понял? Это что? Это ваш новый друг, что ли? Я не понял, Сара. Стоп, 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 Вова! Наших чуваков, слышь? Стой, 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 а чё это такое? Вовчик, ты мне чё, в кофе подсыпал, блин? Братан, походу берестов. Тихо, погоди, стой. Я не знаю. Не кипишу, погоди, давай посмотрим. Может, он не агрессивный? Чё стало? Мне кажется, он... Ой! Ты чё делаешь? Слышь, слышь, Вован, пистолет бери. Так, короче, давай попробуем. Я-то думал, меня глючит. Я думал, это грибы, блин, так действуют на меня. Капец, мы с тобой не спалились. Сразу же приехали, начали... стрелять. Слушай, Вованчик, а ты понимаешь, что это похоже на монстра из той лаборатории, только в там натуре, был... слышь. Там у него на голове были сирены, а здесь какая-то пирамида. Да-да-да-да. Слушай, как же ученые его называли? По-моему, сиреноголовый, да, называли? Как-то так, мне вообще пофиг, братан. Ох, ё-моё! А этот, блин, стал пирамидоголовый, получается. Вован, ё-моё! Валим, пойдем быстрее от него, в лес спрячемся хотя бы. Давай попробуем как-нибудь, я не знаю. Отстреливайся назад, иди. Аккуратно. Представляете, друзья, только мы сбежали из лаборатории, в которой были страшные монстры, как тут на нас сразу напал еще один какой-то непонятный, блин, монстр. Кто это, пишите в комментариях, ребят. Давай, давай. Валим, нет. Вован! Ай, тихо бегу. Давай, 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 вставай, Вованчик, вставай. Давай, 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 давай. Не могу бежать, не могу бежать. Давай, 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 Вовчик, аккуратно. Вовчик, он за тобой. О, черт. Вовчик! Блин, ребят, Вована вырубили. Ё-моё, о! Ох, ё-моё! Ой! Вованчик, вставай! Чё вставай? Вставай, браток! Опыт-то, что ли? Чё такое? Браточек, вставай! Где мы, слышь? Ё-моё! Диман? Они нас перевезли в логово! Тихо, погоди, стой! Димас, тихо! Чё нам делать, блин? Сейчас мне я кажется, пистик возьму. Нам нужно выбираться отсюда. Может, знаешь чё, Вован? Как чё, в старые добрые времена, помнишь, мы вдвоем раскидали целую группу мафиозников, а? Давай, давай! А давай ты только этих монстров! Давай, Вован! Погнали, братанчик! Нифига себе! Офигеть! Из кустов, капец, так, надо доставать РПГ, братан! Доставай, доставай, скорее! Так, сейчас с РПГшки их! Офигеть! А чё эти монстры вооружены? Я думал, они только руками бьют! Чего? Слушай, ты чё офигел? Фигарит! Ну иди сюда! Так, Вован, я с РПГшки их раскидываю! Давай, 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 давай! Погнали, братанчик! Фигарит! Стреляй до талого, стреляй до талого! А чё их так много? Посмотри на мост! Это какое-то логово, что ли? Походу, они здесь рождаются теперь. Вот это Тревор Хендерсон, безумец, придумал этих монстров, ё-моё! Полный безумец. Так, я сейчас сверху. Давай, давай, теперь, воу! Раскидываю. Дайте, у меня слишком много пулевых ранений, мне кажется, я сегодня не доживу. Доживешь, Вован, я с дубинкой сейчас пошел на него. На! Ё-моё. Все, убил. Капец. Так, 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 так. Аккуратно. Вон, вон. Так, Вованчик, вон, бегут, 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 давай-ка. Сейчас мы его. Капец, 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 хорошо. Сейчас я ему... На, вот так. Нифига, по голове ему! Вот по лампе! А, это не лампа! Получи. Это пирамида у него! Это пирамида головой! Офигеть, блин! Так, где там еще, Вован? Вообще жестко. Так, я больше не вижу. Вон слева! С какого лева? На горе! Ага, тихо! Пристрелил! Так, пристрелил! Давай осмотримся, братанчик! Давай осмотримся! Опа! Это. А, вон, вон, кто стреляет? Ты, нет? Чисто все! Ё-моё! Слева, слева кто-то был! Да, а вон, 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 за деревом, вот он прячется. За деревом, сюда, бам, бам, сейчас бам, я ему, бам. Сейчас, Вован, дай-ка получай. Я его. На. Дубинка прям красава. Я видел еще где-то Вованчик. На туре? Да, вот, тихо, оставь мне его, оставь. А ну-ка давай, давай, сейчас, давай, давай. А погоди, он нас боится. Он боится, он, видимо, только в одиночку ничего не делает. Ага, чё, толпой уже не можешь, смотри, бежит тут бей. Сейчас я его с дубинки, Вован, как нафигарю, братанчик. Давай, давай, Димас, его в натуре. А где он? Опа. Он исчез. Он исчез, слышь. Опа, Вован. Полицейские. Никаких свидетелей. Никаких свидетелей. Никаких. Все нормально. Пошел нафиг, слышь, ты нас не видел. А вон этот опять, блин. Опять? Еще один. Опа, давай, давай, давай. О, чё? Они нас... Он нас преследует, братанчик. Капец, Димас, давай валить отсюда. Чё ж нам делать, блин? Ты думаешь на фуре? Давай ее отожмем. Давай, 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 давай. О, тут тачка стоит. Вот, можно на тачке. А мы, Димас, собрались. Давай, давай на этой тачке. Я сажусь. Сажусь, погнали, Вованчик. Красава, погнали, поехали, заводи эту колымагу. Сейчас на ней попробуем надо уехать. Надо покупаться, у меня вся одежда в крови, дядь, слышь. Давай, Вованчик, от греха поехали, подальше, поехали короче. Отсюда, давай, 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 давай. Прям жесткое прям, логово. Прямо по дороге, в натуре. И причем они вообще не боятся цивилизации, понимаешь, так близко к людям они располагаются, да, эти да, монстры. Вообще пофиг, походу, капец. Дядь.
Так, Вованчик, нам нужно куда-то выбираться. Давай, ты мой, короче, штурман, а я буду рулить. Давай, давай, вперед, вперед, едь, братан. Знает тут одну неплохую дорогу. Там ага. Твой мост будет четкий. Ну, давай. Во всяком случае, был раньше. Сейчас посмотрим, что сейчас. Короче, поехали. Ребята, это реально, нам нужно выбираться как-то, понимаете? Мы сбежали из этой секретной лаборатории, сейчас они нас преследуют, блин. И надеюсь, Вован, мы с тобой заживем, блин, мирно. Куда? Прямо-прямо езжай. А, просто прямо. Тут, походу, моста уже нет, перепрыгнем. Ё-моё! Дима! Вован! Их толпа! Стреляй их просто, капец, ё-моё! Братан! Ай, походу, чё нам делать? Валим! Братанчик, я стреляю! Вовчик! О, ё-моё, зажали! Ну что ж, ребят, на этом наш видосик заканчивается. Мы надеемся, что вам все понравилось. Сегодня мы выживали от опасного монстра Тревора Хендерсона. Это был страшный пирамидоголовый. А что еще позаписывать нам вместе с Вованом, вы пишите обязательно в комментариях, и мы все, друзья, сделаем. Ну а мы надеемся, что вам все понравилось. Ставьте лайки, не забудьте подписаться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на все социальные сети. Ну а вас сегодня веселили, развлекали Овер и Гарвин. Огромное всем спасибо за просмотр. Удачи, не болейте, успехов и... пока-пока! Пока, ребят!